Добрый день. Для начала я хочу представиться. Меня зовут Айрат, живу в городе Уфа. Я являюсь руководителем по развитию онлайн-проекта «Бизнес из дома». Сейчас я расскажу вам о сути проекта и проведу автособеседование. Перед тем, как перейти к сути, я хочу попросить вас представить, как изменится ваша жизнь, когда вы начнете зарабатывать дополнительно 10, 30 или 50 тысяч рублей. Многие из вас закрыли бы кредит, обновили бы свой гардероб, сменили бы автомобиль, улучшили бы жилищные условия или съездили бы на отдых. Независимо от того, о чем мечтаете вы, согласитесь, что когда у вас появляются дополнительные деньги, наша жизнь улучшается, и порой кардинально. Именно поэтому мы предлагаем вам присоединиться к нашему проекту, начать свое собственное дело, начать свой собственный бизнес. Почему бизнес? Потому что 90% населения зарабатывают 10% денег. То есть 90% работают на наемной работе. И если взять график зависимости доходов от возраста нашей жизни, независимо от того, хорошо ли вы работаете в течение жизни и как много вы зарабатываете, работая на наемной работе, вы все равно приходите к пенсии, на которой жить просто невозможно. Многие уже задумывались над тем, что необходимо начинать свое дело, но многих останавливало то, что требуется – наличие стартового капитала, есть финансовые риски и отсутствие знаний и навыков. О чем мы будем говорить? В чем смысл бизнеса? Откуда берутся деньги? Что нужно делать? Кто вам будет помогать? Что в результате вы получите? Итак, в чем же смысл бизнеса? Цель любого бизнеса – это создание больших товарооборотов и получение прибыли. Даже если бизнес основан на производстве, без реализации продукции вы не получите доход. В любом бизнесе предлагаются товары или услуги. Чем больше товар или услуга пользуется спросом большого количества людей, тем больше товарооборот. Есть два основных способа организации товарооборота – розничная и оптовая. Главными недостатками при такой схеме продвижения товара является очень большая наценка на товар, так как продукция проходит через множество посредников и очень высокая вероятность приобретения поддельной продукции. При прямых продвижениях товара нам, как покупателям, выгодно брать напрямую у производителя. Цена заметно ниже, и мы приобретаем продукт качественный, так как нет посредников. Именно поэтому мы стараемся брать, например, продукты питания на рынках или ярмарках. Многие крупные известные компании внедряют интернет-технологию в свою деятельность. Интернет очень плотно вошел в нашу жизнь. Сейчас очень трудно представить себя без интернета. Возможности интернет сегодня – это развлечение. То есть мы слушаем музыку, мы смотрим видео, играем через интернет, общение в социальных сетях, оплата ЖКХ, оплата штрафов ГИБДД, покупка товаров в интернет-магазинах, денежные перечисления, оплата авиа и ЖД билетов, госуслуги. По статистике, 85% российских интернет-пользователей делали покупки в интернет-магазине. 43% из них делают это как минимум ежемесячно. Что мы предлагаем вам? Мы предлагаем вам стать владельцем своего собственного интернет-магазина. Ассортимент, представленный в магазине, это товары повседневного спроса, такие как косметика, аксессуары, бижутерия, детские товары, продукты здорового питания, более 1500 наименований продукции. Вам не нужно арендовать помещение, платить зарплату, заниматься доставкой продукции, бухгалтерией. Всем этим занимается компания-партнер. Вы создаете сеть покупателей и партнеров для компании, организовываете большие товарообороты, получаете процент с товарооборота. Откуда берутся деньги? Каждый, кто открывает свой интернет-магазин, делает покупки у себя, тем самым организует свой личный товарооборот. Покупает продукцию для себя и близких родственников. Товары повседневного спроса. Далее обучаемся, находим людей, которые будут делать тоже первые и вторые пункты, и вы получаете процент выплат с организованного товарооборота. То есть, как вы видите на картинке, организован личный товарооборот и организован групповой товарооборот. Вы не продаете, люди сами покупают себе нужные продукты, вы лишь организовываете этот процесс. Сколько будут платить? Доход зависит только от товарооборота. Доход будет уже в первый месяц. Например, организовали товарооборот 6000 рублей. Вы получаете 3% с организованного товарооборота. Это около 800 рублей. Организовали товарооборот 50 тысяч рублей. Получаете 12% с организованного товарооборота. Это около 5000 рублей. И организовали, допустим, 220 тысяч рублей. И получаете 22% с организованного товарооборота. То есть, чем выше товарооборот, тем выше процент. Я считаю это более чем справедливым. Что важно при выборе компании-партнера?
Как мы выбирали компанию? То есть мы отмели все компании, которые находятся на рынке нелегально или имеют не все документы. Мы отказались от сотрудничества с компаниями, которые не организовали выплату денег через банковскую систему. Никакие Яндекс.Деньги, Киви-кошельки, WebMoney нас не интересуют. Мы не рассматривали варианты бизнеса, которые запрещены в одной-двух странах мира. Нас интересовали только компании с продуктом мирового уровня. Мы рассматривали бизнес-планы и выбирали только те, которые давали возможность превратить бизнес в актив с возможностью передачи по наследству. Мы выбирали только компании-производители, только они обладают огромными основными средствами и не свернут свою деятельность в один день, как компании-однодневки. Нас интересовала компания, работающая посредством интернет-маркетинга и имеющая интернет-магазин, и при этом имеющая большую сеть официальных офисов по всему миру. В результате тщательного исследования и анализа рынка мы выбрали шведскую компанию Oriflame. Почему именно Oriflame? Возраст компании 50 лет на рынке, из них 20 лет в России. То есть российский рынок, он тоже не самый простой. Масштабность компании в 63 странах мира, эта компания находится, то есть это международный бизнес. Товарооборот компании — это 2 миллиарда евро. Известный и раскрученный бренд. Товары массового спроса, более 1500 номинальной продукции. Высокое качество продукции, приемлемые цены и большие скидки. Быстрая и удобная доставка. Нет финансовых вложений. Официальный доход через банк, выплаты 17 раз в году. Готовый бизнес под ключ, готовая система работы. Вечеринки и банкеты в Москве с уровня директор. Корпоративные выезды за границу за счет компании, до 3 раз в год. Бонусная программа «Мой автомобиль». В чем же смысл бизнеса? Создание товарооборота большим количеством лояльных покупателей. Откуда берутся деньги? Деньги уже заложены в стоимость товара. Что нужно делать? Нужно приглашать людей, строить команду, обучаться. Кто будет вам помогать? Тот, кто вас пригласил. Также у нас большое количество практикующих предпринимателей, кто готов делиться с вами своим опытом. Что будет в результате? В результате будет другая жизнь. Вы сами определите свои цели и что вы хотите получить. Присоединившись в онлайн-проект «Бизнес дома», вы получаете возможность выйти на доход от 30 тысяч рублей в месяц и выше, работая по системе за 1 месяц, за 6 или за 12. Темп вы выбираете сами. Вы присоединяетесь к команду профессионалов. Вы получаете поддержку и помощь команды 24 часа 7 дней в неделю и плотное сопровождение до результата. Гибкий график работы, возможность совмещать с основной работой, учебой или семьей. Пассивный доход с возможностью передачи по наследству. Вы можете жить той жизнью, о которой вы мечтали, и будете всегда уверены в завтрашнем дне. И перед тем, как вы примете решение, я попрошу вас ответить себе на эти три вопроса. Что произойдет, если вы не попробуете? Но ответ очевидно простой. Ничего не произойдет. Все останется так, как и было. Что вы потеряете, если не получится? Вы ничего не теряете. Вы только приобретаете. Это новые знания, новые навыки, новые знакомства, общения, посещение различных мероприятий и много-много другого интересных моментов. Что будет, если получится? Ну тут могу ответить вам точно. Будут деньги, будут путешествия, будет осуществление всех ваших мечт. У всех у нас есть цель, мечта, которую мы хотим осуществить. Так вот, вы задумайтесь, сможете ли вы осуществить мечту при том доходе, и при той работе, на которой вы сейчас находитесь. Если да, то здорово. Если нет, то тогда все стоит делать другие действия. Если у вас возникли какие-либо вопросы, что-то не поняли, обратитесь, пожалуйста, к человеку, который дал вам это видео. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам была интересная и полезная информация. Жду вас в своей команде.